Давай поиграем, Алло, дорогие друзья, меня зовут Павел Слонов, и я рад приветствовать вас на прохождении Ванкиш. Продолжаем, а точнее уже почти заканчиваем, я уже решил так допинать. Акт 4, миссия 5, избавление. Я, кстати, не уверен, что заканчиваем, еще надо посмотреть, я не знаю, сколько тут всего актов. Пройти к пульту управления герметичной перегородкой. Ух ты, это космос. Так, стопэ, надо сначала осмотреться. Мы тут спустились на каких-то интересных штуках вниз. У меня желтый пулемет, да. Ну я вижу, там 2D-моделька крутится, которая, наверное, сферически натянута. Там типа стрельба, ну типа в штурм идет. Слушай, ну блин, все дело будет происходить, как я понял, на одной космической станции. Это, блин, такое, хотелось бы, знаешь, что-нибудь, ну, расширение мира. Я в конце, я уже примерно знаю, что я об игре думаю. И я, ну, досмотреть хочется, конечно, так, но это все, брать тут нечего. Вот, что сказать в конце, что я думаю по игре, есть уже кое-какие выводы предварительные. Вот, я хожу чуть позже. Но сразу скажу, что да, хотелось бы что-то еще. Что-то еще. Ты в зоне невесомости. Будь осторожен. Понял. Дайте мне сначала пушки. Ну, я, судя по всему, все не успею собрать. Ну ладно. Это какое-то развлечение. Так, а эти ребята. У меня нет на это времени. Они как проклятые тараканы, не так ли? А, хотел сказать, зона невесомости, тут кислород есть, да? Так, ну ладно, это выглядит интересно. Так, стопэ. Вот эта штука, прям я ради нее готов на прорыв идти. Так, у меня желтый максимальный пулемет. Уже увеличена огневая мощь на 20, круто. Так, немножко я уже потерялся. Неплохая невесомость. Я, в принципе, уже... Что-то меня кто-то заносит. Подожди, перезарядка. Бам. А что такое? Ладно, пушка, она у меня есть. Блин, да тише. Это Романовы появляются, блин. Романовский, тихо, рука. Осторожно, рука. Бам. Так, что от него осталось? Они Грасси убили, они убили Грасси. Жаль. Так, у нас есть... Это, по-моему, блин, не видел, что я взял. Со мной весь лазер. Ну, мне стало значительно легче. Я все равно не помню, как он стреляет. Снайперка нужна. Блин, патрон взял, да? Грасси жив! Грасси, ты жив! Скрипты наши любимые. Ну, есть лазер, окей. Пошла прокачка лазера. Робот стоит, ему вообще пофиг. Бам. Ну это этот самый лазер, ладно. Так, сейчас тут Романовский. Оп, ты это зря от маслины не уйдешь. Бам-бам. Слушай, ну блин, оно дамажило поинтереснее. Я бы даже сказал, что это прикольное оружие. До всяких гадов ловить. Сзади много пуш. А, это старовенно. Сейчас опять Грасси умрет. Так а зачем вы, блин, лезете вперед, идиоты, блин. Так, ну я их поднимаю чисто ради оружия. Ну, умрите уже, все, харе, все, я вас... Ой, ты... Не надо добивать, не добивай его. Отцепись от меня. Я просто не держался, он меня достал. Я с этого бревна, которого... А, кстати, зачем я с него стреляю, если я же его хочу прокачивать? Я уже что-то туплю. Так, снайперка, бам. Еще максимально количество, прям хорошо. А вот лазер, который мне сейчас даст патроны. Да, зря я вот с ним ходил. Слушай, может... Давай уже по хардкору, а чё? Нет, подожди, я не смогу коллекционировать, если у меня будут кончаться патроны. Я так или иначе тогда буду стрелять с другого оружия. Следовательно, прокачка застопорится. Ладно, ну, чё ты так грустно идёшь? Ты ранен, что ли, или чё? Слушай, ну это прикольно, кстати, выглядит. Они действительно... Прикольно. Это, конечно, как я прилипаю тут, и как они прилипают к полу. Так, что тут у нас тихо лежит? Так, пулемет. Кстати, красный пулемет не вкачан. Ладно, потом. Потом. Ну, как, наверное, никогда, но... Так, гранаты, автомат. Так, опять вы идете в луч, да? Зачем вы это делаете, неизвестный? А будет вообще кто это? Бернс, отойди.
Молодец, Бернс, ты очень полезный для команды, лейтенант. Так, бля, стреляю в куски, а... Можно ему шахнуть, а он... Да ладно. Видимо, не в этот раз. Где он? Бам. Я что-то ему дамага не очень много нанес. Да отойди, бесполезный Бернс. Ничего себе, он чмоляет. А, ну да, у меня перегрев. Эх, мы его распилили. Слушай, ну, он рассыпается достаточно быстро. Только его, блин, фиг поймаешь. Все, взял, убежал. Забавно. Объяснили бы, что это? Это уже, как бы, мы перерезали с неизвестным деревом. 1500 за неизвестного дали. Прям как на барахолочке. Взламываю. Должно сработать. Должно. Сработало. Прекрасно. Чудесно. Мой путь. А, это на 4 глава закончилось. Наверное. Может и нет. Ну, судя по всему, да. Так, ну мы быстро пришли. 3 часа уже откатываем. Уже 3.05. Что у нас? Пройти к пульту управления. Где пульт управления? Герметичная перегородка. Я тебя проведу. Сам ее откроешь. Давай топоречь. Летящей походкой. Молодец. Так. Так. Кацана. О, вот этот в маске классно выглядит. Он из метрошки. 2033. Что происходит снаружи? Отставшие солдаты все еще не достигли убежища. Сколько у нас времени? Не уверена. Но если вы не поторопитесь, внутреннее давление в колонии упадет нежизненно необходимого уровня. Завязывай с физикой. Просто захлопни проклятую перегородку. Мы не должны... Мы можем это сделать. Твои люди еще снаружи. Люди, которые были готовы умереть, когда подписывались на это задание, сам знаешь. Давай пока не будем списывать их со счетов. Время еще есть. Я не подчиняюсь приказам от управления. А, и все, он всех убил? А что он делает? Давай, давай, давай. Я напрягся, потому что хочу понять комплит. Так вот как ты работаешь. Не будь таким слезливым со мной. Сколько, по-твоему, людей уже погибло ради этого? Провал уже недопустим и никогда не был. Значит, ради этого ты умертвил тех людей? Что по фразе морпехи исполняют свое задание, тебе непонятно. Мы делаем то, что нужно. Я не выбираю как. Неожиданно жесткий момент. Выдвигайся. Я прошу, чтобы наш тыл был прикрыт. Очень неожиданно. Это скоростные лифты могут доставить нас к позиции противника. Прям... Ну ладно. Вау. Так. Ты действительно думаешь, что это поможет вытащить США из экономического спада? История подтверждает состоятельность данного предположения. Даже с приношением в жертву Сан-Франциско? Я никогда не планировала этого. Но жертвы того или иного рода неизбежны. Сейчас не время и не место для сожалений. Теперь цель оправдывает средства. Тогда я позволю тебе использовать эти средства. И я достигну нашей цели. Ну, понятно, что он плохой же, окей. Так ровно, знаешь, лифты ровно на количество нашего отряда, на количество человек. И тишина. Вперед! Акт 5. Миссия 1. Развязка. Отворить и пройти через ворота. Или ворота. Ворота. Ворота звучит. Нет, не звучит. Так, что варете? Хер. Вот все хер. Вот. Так, оружие. А, хер вообще сюда. Сэм, ты почти в центре колонии.
Почти. Господи, это место гораздо больше, чем оно выглядит из космоса. Я буду неподалеку на случай, если я тебе понадоблюсь. Хорошо, никуда не уходи. Слушай, а у меня автомат вообще вкачивает пулемет? Потому что у него, блин, одна это. Блин, я его быстрее прокачаю, с ним больше пользы. Он чаще попадается. Харе, орать, я понял, Грасси. А чего у вас так много? Вот этот парень вообще брутальный, мне нравится. Я же говорил, что он похож на этого. Не буду вспоминать, имперский гвардейец. Косаркин. Сильно модно, круто. Бёрнс наслаждается жизнью. Он все еще в комнате под тобой. Что, черт возьми, он там делает? Погоди. Датчики показывают, что Бёрнс не один. Может, он связался с каким-нибудь подкреплением? Тогда зачем он заперся от всех? Это, конечно, странно. Но я собираюсь заботиться о более очевидной проблеме. Роботы просто так нас отсюда не выпустят. Ты прав. Пройди в комнату управления микроволновым излучателем. Так, давай. Гриф. Ой, только не гриф, его долго пинать. Тот гриф начинает меня раздражать. Слева от позиции грифа должен быть пулемет. О, минус человек. Отлично, идем туда. Человек был, человека нету, блин, жестко. Ай. Блин, лучше пока до него долетит, меня уже расплющит. Так, слева от позиции грифа. Так, оружие. О, блин. Так, кровь, кишки намотала. Круто. Так, распилил всех. Блин, мне энергии на всех не хватит. Блин. Я очень экономно играю, я знаю. Тут как бы, если стрелять все, что есть, я бы, конечно... Чисто! Хорошо, вставай за пулемет и прикрывай меня. Так, а я думал, я буду стрелять. Можно, да, просто по нему стрелять и получать удовольствие. Сколько у меня патронов осталось? Этот гриф резво скачет. Предпочитаю, когда он стоит на месте. Окей. Бам. 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 Бам-бам. Все, собрали. Так. Вот. Так, ну теперь я за ребят отвечаю, потому что Бёрнс как бы уже не очень хороший парень. Так. Блин, ну палось. Вот. Так и понял. Сейчас... Тут вообще ничего не видно. Что за пулеметная точка-то, блин? Кто ее вообще придумал? Ладно, я вот так распилю. Буквально. А, блин, там этот. О, ну вот этого я долго буду выпиливать. Так, ладно, кстати, может до пулемета сейчас попробуем. Так, кстати, я же там попросил, блин, прикрыть меня с пулемета. Спасибо. Блин, его долго пилить. Как же его долго пилить. Есть инфа, что он сюда может не заедет. Возможно. А тут патронов нет. Дай мне сесть, спасибо. Блин, понятно. Очень удобно. О, вылази. Отлично, вылез. Отлично. О, спинкой повернись, дядя. Спинку почешу сейчас. Грасси, беги, он за тобой, Грасси. Нет. Грасси, черт, сейчас меня сграсят тут. Все, распилено. Романов Би. Отпираю внутреннюю дверь. Давай. Пройти в комнату управления микроволновым излучателем. Так. В общем, снег, конечно, боеприпас. Хорошо. Так, пушку мне нет смысла брать. Это что такое? А, ну она у меня вкачана. Я желтую, кстати, по-моему, всю игру собирал. С первого штурма мы когда взяли пулемет, я его и собирал. Грасси, что там у нас? Меня прижали те две лазерные пушки. Уже иду, чтобы взорвать их. Потерпи немного. Да, сэр. А, я их не могу просто так распилить? Ну, как бы там, блин, жарко.
Можно чем-то что-то сделать, как-то про. Блин. Еще летающий, блин, нафиг. Так, там парня ранили. Иди сюда. Ау. Подожди, их же распилить так нельзя, нельзя. Жалко, зря я сделал так, жалко, что он... А, подожди, это что пулемет? О, это красный, я забыл, какой собирать нам надо. Так, все, смотрите, блядь, пошагали в атаку. Блин, они стреляют там. Понятно, ну ладно. Так, Грасси умер. Вау. И чё мы делаем? Тут чисто пока что. Ящик. И с той стороны, кстати, тоже ящик. Блин, не то взял. Ладно, блин, забывай, нам нужен красный пулемет. Зачем мы вообще два сделали пулемета разных? Тут ничего нету. Ладно. Так, ну те ребята мост не могут пройти, один я тут ездящий на заднице могу. Так, сейчас посмотрим, что как тут. Так. Это что? А, понятно. Сэм, остался еще один. Знаю. А, вот этот. О, только нет, парень. О, это надолго. Ребята, подождите, я сейчас. Я сейчас. Бам. Бам. Бам, так. А куда убежать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Вот это он. Это фигово, потому что... Не, подожди, я не хочу замедление вырубить. Ну, вырубить замедление. Блин, ну вот тут да. Блин, как с ним? Как он? О, чё он творит? Чё он творит? Блин, ну и что ты? Да что? Слушай, ну ты как бы... Блин. Отцепись от меня, курица. Так, ладно, будем просто мансовать влево-вправо. Все. Можно, конечно, было взять автомат, но я ж не ищу легких путей, так что все нормально. Так, обычно, конечно, говорят, плюс 3. Окей. Тут куча стволов. Но это нам не надо. Так, взрывчатка на месте. Сэм, ты не можешь взорваться со своего текущего положения. Тебе нужно покинуть радиус взрыва. Спасибо. О, винтовочка. А как вы зайти? Сейчас зайдем. Покиньте радиус взрыва. О, ребята. Че, вас сразу не заметил? Или один? Ты покинул радиус взрыва, можешь взрывать. Ладно. Так, хорошо. Как взрывать? Да. Бах. Это, знаешь, специально сделали, чтобы красиво было. Бах, все чисто. Уже в пути, сэр. Враги приближаются с тыла. Понял. Так, сейчас прикроем. Прикрыть отряд Браво. Это специально сделали, чтобы мы посмотрели, как мы взорвали красиво. Так, надо, не знаю, кого уточить. Больших страшных ребят или... Или мелочь. Этот шар вообще не вытачивается. Что за... Так, минус. Минус. Блин. А, ну шар походу не проходит. О-о-о-о-о. А у меня патроны кончились, да? От души есть еще патроны? Нет, еще патронов нет. Блин. Так, смотрим на энергию. Опа, закончили. Блин, я тут почти стачил. Сейчас. Ребята горят. Тормози его. Блин, я перегрелся и не убил его. А, нет, убил, слушай, я убил его нормально. Нормальненько. Что он делает? Что он там суицидится? А тут это, перезарядка патронов не бывает, не? Ладно. Да, куда ты пошел? Да? Я готов еще. Думаю, все чисто. Сбор перед дверью на втором этаже. Я ее отопру, если будет чисто. Ладно. Да, мэм. Хорошо, хорошо. А, я не вижу смысла спускаться за пушками. Что там, гранатометы, в общем. Так, давай катсцену. Пройти в комнату управления микроволновым излучателем.
Так, загружаемся. Главное не ходить в этом джиме, иначе можешь споткнуться. Грасси, ты знаешь эту часть колонии? Да, но понятия не имею, каково здесь сейчас. Лучше, чем ничего. Елена, у тебя есть мысли о численности врага? Сэм, электромагнитные помехи возрастают. Не уверен, как долго я смогу сопровождать операцию. Не лучшее время для таких новостей. Сделаю все, что смогу, чтобы извещать вас. Рассчитываю на тебя. На это рассчитываю, на это. Я что, один сюда зашел, что ли? А, нет, они уже прошли. О, Смитерс, привет. А ты кто? А ты кто такой вообще? Ты кто и откуда взялся? Выход! Майк Нью. Приготовь, за теми воротами могут быть враги. Все готово, отворяй их. В бой! Ху. Блин, где что-то был крик? Это, по-моему, в Звездной Санте тоже был. Так, тут сразу какие-то ребята жесткие, нет? Ладно, идем вперед. С осторожностью. Понятно, так. Автомат. Вот это хрустальный гадюка. А-а-а! Доложить, что это за хрень. Осторожно, она маскируется. Так, ну будьте бдительны, следите за своим сектором. Все будет в порядке. Тебя так послушать, так все просто. Так, а как бы, а что мне делать? Вот, вот смотри, вот замедление, зачем оно мне сейчас? Типа я... Это я поймал маслину. Так, так, парню бьют. Блин, я просто очень сосредоточен. Ну, как бы он не сложен, но он такой неприятный парень, в общем. И чё, он маскируется, и чё. Я даже автоприцеливание не срабатываю. Давай, иди сюда. Не-не-не, таким образом не надо идти. Он взял человека, распилил. Что он тебе сделал? Что он тебе сделал? Ай. Не понимаю, вроде проникающие повреждения его не берут. Почему его берут проникающие повреждения? О, блин. Слушай, а там предупреждение должно было быть. Ну что так долго? Давай, откатывайся. Гарси, тут жестко. Ты готов? Не, в принципе, стрелять без перегрева такая интересная особенность. О, пригнись, но он же током бьет. Ну ты что, не видишь? Блин, где Skynet? Говори, где сервера, блин. А, не, подожди, без тормозов. Так, сейчас он... Ну беги на меня, тебе, блядь, по щам дам. Бэм. Сочно. А, смотри, резко больше. Бэм. Сэм, убирайся оттуда. Что? Гибель гадюки подтверждена. Тогда займись дверью. Вау. Вау. Я думал, это то, что из него выпало, взорвет всю комнату. Она так пау, сломала один шкафчик и все. Ну, окей. 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 Пройди в комнату управления микроволновой установкой. Да, я это уже читаю который раз, я понимаю. Ну, что поделать, они сами это пишут. Так, подвиньтесь. О, слушай, гранаты прокачиваются. Тем не менее. Да, игры-то не использую, я их просто прокачиваю. Я тут, в принципе, ничего уже не использую, кроме этой лучевой пушки. Классик, комната управления впереди. Елена, что случилось с картой? Помехи слишком сильные, не могу передать данные. Ну и она пропала. Сэм, где ты? Перед комнатой управления. Чё пробери ты? Я попал в небольшую засаду. Небольшая засада. Ты тоже? Отправляю оставшихся морпехов в твою сторону. Меня устраивает. Краси, бери оставшихся солдат и возвращайся за Бёрнсом. Погоди, ты собираешься идти вперед сам? Я справлюсь. Ваш офицер в дерьме. Вытаскивай его бегом. А он их всех убьет, да? Акт 5, миссия 2, солдат. Ну, жалко Грасси и жалко всех остальных. Блин, зачем японцы нам это показали? Вот спойлер, потом было бы эффектнее. О, о, профессор. Опачки. Профессор Кандид. Сэм, а где морпехи? Фрэнк, я один.
Не подходи. Я же сказал тебе, что мы не можем доверять главнокомандующему. Почему ты работаешь с военными? Фрэнк. Слава богу. Я успел его остановить. Ух ты, ё-моё, ух ты, ё-моё, ух ты. Бам. Вот это зря. Бёрн, зачем? Прости, Сэм. Теперь это бой для мужчин, возвращающихся в деревянных ящиках. Я перенацелил излучатели на Москву. Почему президент приказал это? Считает это своего рода платой за экономический толчок. Что? Нафига мы костюм? Война это не экономический толчок. Сан-Франциско уже нет. Это было во благо всех американцев. Бёрн, цель нельзя изменить с помощью этого пульта. Думаешь, я этого не знаю? Кроме того, я собирался перенацелить его старомодным способом. Вручную. И ты ждешь, что я буду просто стоять и смотреть? Так-так, ладно, теперь ты на поле боя, малыш Сэмми. Покажи мне, как ты сражаешься за то, что во что веришь. А вот эти ребята как бы меня отпустят. Блин. А, так они вообще за него. Not bad. Not bad. О, остановите полковника Роберта Бёрнста. А, теперь мы сражаемся с нашими ребятами. О, слушай, сразу... Сразу с него улучшение выпало. Так, подожди, у меня его... Блин, они теперь... Цукини сразу резко крутые стали. Они всю игру были, блин, пушечным мясом, а тут они стали тащить резко. Он правда будет по всей грядке стрелять? Так, подожди, куда-то он пошел? Домой, что ли? Так, что у нас тут? Все фигня. Давай по новой. Вот это мне надо. Тут... Бёрнс направляется к лифту, чтобы вручную управлять массивом. Сэм, тебе нужно следовать за ним. Сейчас. Ладно. Сейчас, подожди. Блин, да что тебе надо, блин? Вот это я поймал маслину. Окей, юшки. Так, кабачком и кабанчиком спрятались. Вот это я... А, это Романов? А, нет, это Бёрнс, слушай. Фу, вот это у него щитяра. Слушай, ты всю игру таким крутым был. А что? А, перегрев. Же, дайте мне подойти, что вы хотите. Он сказал, что он ушел. Мне уже сказала. Кстати, как Лена до нас дозвонилась, тут же связи нет. И музыка такая интересная. Интересно. Скажет. Прям. Такое что-то напоминает с PlayStation и FS такие прям треки. Ну, это надолго, в общем. Он свалит вообще. Я как бы ящик там вижу, просто хотел его пощупать, а он мне в лицо. Как бы если мы будем стреляться из комнаты в комнату, я вообще не против. Там есть ачивка как раз пройти игру не умерев. Тогда это вообще как бы изи. Я думал, тут финальный босс какой-то жесткий. Я, кстати, кто говорил, что он финальный босс, там еще этот русский остался. Это crazy русский. Так, о, смотри, сразу две статуэтки. Ну, дискомент такая себе штука. Статуэтки я тоже читал, что их 4 в каждом акте. Вот это он уехал. Вот это он уехал домой. Так, подожди-ка. Бам. Ну, быстро билится, это как бы приятно. Бам. Уже, а хороших ребят в принципе, что ли, нет? Блин, ты вообще не, блин, вообще. Не-не-не, ты не в этой жизни, блин. Куда ты там потопал? Как потопал, он полетел как бы. Пилится отсюда или нет? Он щит поставил, ну и что? Пилится. Я перегрелся. О, катсцена, окей. Черт. Тут еще погоня. Погоня. Да. Так, сразу пушки, где прятаться? Пушка уезжает назад, жалко. Прятались. И чё? Сейчас будет поддержка с воздуха у него, само собой, конечно. Да. Хотя нет, слушай, мы в стеклянном туннеле. Все
Все нормально. Чего-то он вообще не точится ни капельки. О, нет, только не стыкуйся, только не стыкуйся. Если он сюда залезет, мне шкирдык. Так, а... Окей. Ну, сейчас остановится. Вот это, блин, тут, конечно, пути интересные, блин. Я хочу спросить, зачем строили такие... такие путепроводы? Блин. О, блин, ух ты, 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 блин. Это была обманочка. Так, подожди. Да что ж такое? Ты можешь прицелиться, блин, нормально, что ты через спину целишься в него? Фу, блин, ну тут, тут сложно, блин. Конечно, надо уже в него стрелять чем-нибудь обычно, но я не знаю, сколько снайперка. Да, это было не очень. Слушай, вот что лучше всего стрелять, потому что как бы он... Ай, ай. Потому что... Блин, ай. О, какая кнопка? А, это какая кнопка? О, я успел, хорошо. Я привык к PlayStation, просто единственное, что я прям на память хорошо знаю. А вот это WASD я вечно путаю, просто вечно. Не, я бы LF бы сделали там. Он полетел домой. Ну, красавчик спиной летает, постреливает такой вообще, блядь, на расслабоне парниш. Преследовать подполковника Бернса. Бернс. Слушай, если бы тут были нормальные укрытия, из которых, блядь, можно стрелять, я бы тебя втащил. Так как тут херня, а не укрытие, я тебя втащить не могу. Вот мне ракет полетел. Спасибо. Больно. Больно, когда тебя огромным страшным лучом режут. Так, он улетел, все. Обещал вернуться, само собой. Так, пулемет красный. Надо. Блин, может. Блин, гранаты. Ладно. Не, я буду до конца, походу, собирать, только я уже зачем. Так. Он вернулся. Зачем ты вернулся? Ты мне не нравишься. Так, куда ты полетел? Куда полетел твой друг? Вот это я спрятался. Я спрятался, да? О, слушай, он пилился нормально. Так, проезжаем. Мощная граната. Бам-бам-бам, промахнулся. Теперь я не промахнусь. Да, лети, лети отсюда. Слушай, а ему урон не наносит. Слушай, вообще ничего. Пол хп стащил, пол хп тащил, тащил, да. А ему все равно. Вообще дерзкий план. Слушай, ну мне кажется, тут уже это, проходим до конца его, что ли. Наверное. О, стоп, что за... Что за вспышка с воздуха? Так, еще я смотрю пару вспышек с воздуха. Так, дай, дай. Сейчас я откачусь и вам. Я не использую замедление, потому что она тоже кушает энергию костюма. Мне надо экономить. Поэтому я медленно иду. Он идет по служебному ходу к массиву. Ты не можешь позволить ему добраться до пульта ручного управления. Он не доберется. Одолеть подполненько Берца. А, ну это финальный замес, короче. Так, ну что тут, ребят, прям, тут вот они не стесняясь. Так, прикурим. Блин, по голове. Слушай, я... Он меня за голову схватил. Как бы. Это вообще легально? Блин, ну кажется, я без обычного огнестрела тут не справлюсь. О, началось. Так, короче. Короче, да, раскидываем гранаты. Классический заруб. Того пулемет тоже не особо берет. О, еще дымы пошли. Так. О, блин. Что-то укрытие низкие, можно повыше, а, поднять? Так, ну, пулемет его берет-то. Что-то друзья такие навязчивые. Так, бам-бам-бам-бам-бам. Блин, автоприцеливание очень херово здесь работает. Его, конечно, наверное, подтянули из приставки, ну, с консоли. Но, блин, ты как, он как-то ведет прицел, пули инерцию не учитывает автоприцеливание. Это прям очень больно. Так, ну, ты огребаешь? Нет, сегодня. Блин, сколько тебя может точить? Я бы пошел в ящиках посмотреть, что лежит, но он... О, я увернулся от него. Слушай, отсюда, в принципе, удобно... Ну, по ногам стрелять, нет? По ногам не считаю. По ногам не считается. Ну вот, еще он и гранаты кидает. Слушай, это удобно, что можно просто взять, перекатиться и все. Слушай, я в него стреляю. Тебе, блин, больно, нет? О, смотри, ему больно. Ну, иногда бывает. Фу, блин, ну давай еще. Давай, заряди своему. У него
в определенный момент. Вот сейчас ему. Вот он летит, и как бы момент, когда в него надо стрелять, но ему похер. Ты куда, блин? Ну куда ты? Куда ты прилетел, блин? Вообще, вот, вот почему, блин, не сделать игру, где я так же могу делать? Он захотел, зашел ко мне в укрытие. У нас тут перестрелка якобы. Ты бы уже давно умер, блин. А я тебя тут втаскиваю, что делать от этой страшной руки? Куда сбежать? Ну, блин, в него нельзя стрелять. Сейчас в него можно стрелять. Сейчас в него нельзя стрелять. Он сюда летит, нет? Сейчас в него нельзя было стрелять или можно? Стену поймал. Не, вроде в него можно стрелять во время пути. Я уже вижу, что ты сюда хочешь прийти, и я тебя не... Блин, сколько тебя втаскивать. Не, лучше нормально стрелять. Я как бы он самый вкачанный тут. Блин. Да ну, блин, ну дамажься уже. Чего нельзя стрелять вслепую, блин? Конечно, таким лучом стрелять вслепую такое себе удовольствие. Нет, 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 нет. Уйди отсюда, уйди, 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 уйди от меня, уйди, уйди, пожалуйста, уйди, пожалуйста, уйди. Спасибо. Так, да и... Давай, 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 я уже... Блин, ты чё такое? Ну чё так мало его пилить можно? Это вообще не спортивная херня. Вот, она меня схватила, потрясающе. Я ещё нашёл... О, блядь, у меня левая... А, это у меня левая нога загибается в другую сторону. Ну, 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 умирай уже. Блин, ну это вообще не спортивное поведение. Это японцы, алё. Это как бы, блин, вы чё? Да ёпту. Как будто специально используют только атаки, которые его полностью дефают. Блин. Ты, блин, издеваешься, что ли? Да всё, всё, бро, умирай. Блин. А, и он обычный. А, сейчас скажут еще, что я предатель. Сэм, подкрепление! Замечательно. То есть, а тут разобраться, не? В ситуации. Или они все предатели? А, то есть мы уже не на стороне Америки. И он уйдет сейчас? Бёрнс! Подожди, он реально уйдет сейчас просто? Бёрнс, тебе нельзя двигаться. Сэм, ты победил. Теперь убирайся отсюда. Нет, мы уйдем вместе. Убирайся отсюда. Это приказ. Да, сэр. Мотивация здесь очень странная. Ну ладно, я потом тоже скажу. Типа он все-таки хороший, просто патриот страны своей. Если бы не выслали раньше, он бы не успел нажать. Что, какие-то шлемы прикольные. Мои люди мертвы. Я должен быть с ними. Ну, как-то так, видимо. В общем, по времени мы уже не укладываемся. Я не знаю, сколько там еще впереди. Так что, если следующий выпуск будет короткий, я... Ну, будет короткий, значит. Поэтому плейлист полный прохождения Ванкиш внизу в описании. Подписывайся. Ой, что я говорю, господи, я уже как эти... Короче, ты знаешь, что делать. Поэтому катай только в отличные игры. Заскакивай, увидимся. Скоро увидимся.